Съел? Нет. Давай водичку, иди. Вставим место. Поворачивай. Вот оно как хорошо. А это потом землей засыпем, у нас тут позволяет. Тут оказалась ямка, почему я не знаю. Засыпная вся земля, она могла просесть. А там не ходить, а здесь. Вода сойдет, сразу тут засыпать можно будет. Вот оно пошло. А не красная надо, это, пока я она похожа на виноградник. Сейчас чуть-чуть это подсохнет, мы сразу же оттуда землю наберем и засыпем. Грязь ты не будешь здесь. Вот так. Вода всплывала. Так, не стой. Будьте мне быть. Сказали бы, когда узнали. Эх ты, где ты был, Лазарь? Воду пропускали, ты ему самое то, я бы лопату дал. Знаешь, как это радостно. Он меня посмотрел, нигде его нету. Я думаю, наверное, куда-то ушел. Знаешь, как тут кораблик упускать не желал. Лопата-то какая? Это поблагодарили ее, реально. Не только косить траву. Взял ее, как косой. Меня просто подловили рабочие. Да. Ну, там отсюда, вот сейчас и возьму. Так, как выбросить? Я это буду копать, а вы там лопатой можете накладывать. Рукой не берись, это крапива. Крапива, не надо. Это не все, я не боюсь крапивы. Давай. Вот теперь ее накладываю туда. Все, неси, вываливай.
Вываливай. А? Из-за лужи? Да. Володя, дай я тут. Просто уволил, он там уже нет. Если я, может, здесь не копаюсь, вот это вот тогда срезать. Сейчас, подожди. Ну, я потом. Вот так, брать ровно. А, то есть это вроде. Да, вот так, чтобы здесь ямки-то не было. Угу. Нам нужно ступеньку создать. Давай. Еще надо уполочь. Там ровно площадку делал, мы внизу вторую площадку можем Тут все ямы были, это все засыпано искусственно, понятно. Что тут было, куда-то кузница была разная. Посыпающая. Вот сюда вот. Ага. Напали мы на нее. Червяк попался. Который ботинок не знает, где брать. Вот это подняли маленько, еще поднять надо было. Прямо буквально по ворту. Что там нету? Еще надо. Она потом под порог не побежит, иначе.
А сейчас нас какие-то накрывали. Нормально, открывалось. Все. Ну, вот теперь мы ее. Валь или еще внести? Пока, наверное, хватит. Потом будет видеть, куда побежит. Вон, говорит, поднеси, давай, поднеси. Ты еще? Да, вот сюда надо засыпать. И куда поднеси? Ну да. Ну да. Вот. Жаль, ушла. Жужи не должны здесь стоять, они должны там их открыла стоять. Стой куда они? Жужи. Так, что, у вас готово, нет? Да. Так, все, скажи, что заканчиваем. Давайте не рады. Володя, хватит пока. Хватит пока. Вон, ты все вытащил. Так, давайте грабли. Сейчас ты. Все, утолкнулся. Сверху надо травы вот это насмести. Солому это наберем, тут разные, которые косили. И это травы там не будет лезть. Давай. Слава тебе. Так, у нас приехали гости. Ну, это не все, кто увидит тебя, не хочет. Дальше будет видно. После пообедаем, когда я представлю вам кое что. Платочки. Запомните, у кого кто приехал, чтобы платочки были в кармане. Первый день вам прощается, а завтра побежите в стопор. Так, все, садимся за стол. Я уже забыл, что я рад.